Всем привет, в эфире криптовалютные новости и главное событие ушедшей недели. Итак, приступаем. Цена биткоина. На протяжении недели биткоин двигался в узком боковом диапазоне, просадка была незначительной, всего 1,65%. 25 января в пятницу ценой была предпринята попытка пробить сопротивление в районе 3600 долларов, однако попытка оказалась неудачной. Цена вскоре вернулась в прежний диапазон и торгуется в районе 3530 долларов за один биткоин. Что касается альткоинов, то в первой десятке CoinMarketCap заметно выделяется Tron, который по итогам недели вырос на 20%. Большинство остальных криптоактивов находится в красной зоне. На этой неделе глава блокчейн-стартапа IOHK Чарльз Хоскинсон предложил, что биткоину для восстановления до исторических высот о 20 тысячах долларов может потребоваться не менее 10 лет. Отзыв заявки VanEck и SolidX на запуск Bitcoin ETF. В среду 23 января комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC сообщила об отзыве заявки на запуск Bitcoin ETF, которую Чикагская биржа опционов подала еще в прошлом году. Причины, по которой CBOE решила отозвать заявку, комиссия не назвала. Однако генеральный директор VanEck Ян VanEck впоследствии заявил, что прямое влияние на ход рассмотрения заявки оказал шатдаун, приостановка работы американских госучреждений в связи с задержкой в принятии бюджета страны в конце декабря 2018 года. Также он добавил, что компания не отказывается от своих планов и намерена подать новую заявку. Дополнительно на неделе стали известны новые детали Bitcoin ETF, который был ранее в этом месяце предложен инвестиционным фондом Bitwise Asset Management и фондовой бирже NICE ARCA. Ребрендинг Litecoin, криптовалюта Litecoin, которую по аналогии с биткоином также часто называют цифровым серебром, объявила на этой неделе о ребрендинге, в рамках которого представила новый логотип. Как заявил комьюнити-менеджер Litecoin Foundation Ильир Гаши, новый логотип знаменует собой новый этап в истории криптовалюты, символизируя новые амбиции и неустанное стремление к глобальному распространению. Биржа Bithump выйдет на IPO. Крупнейшая южнокорейская биржа Bithump объявила о намерении стать публичной компанией в США. С этой целью будет заключена сделка по обратному поглощению. Соответствующее письмо о намерениях подписали публичная компания Blockchain Industries и сингапурская BTHMB Holdings, которая принадлежит контрольный пакет акций Bithump. После завершения сделки объединенная компания получит название Blockchain Exchange Alliance. При этом не исключено, что именно BXA станет первой публичной криптовалютной биржей США. Сделка должна завершиться до 1 марта. Robinhood и LibertyX получили BitLicens штата Нью-Йорк. В четверг, 24 января, управление финансовых услуг Нью-Йорка выдало еще две лицензии на работу с виртуальными валютами. Их обладателями стали финтех-стартапы Robinhood и оператор биткоин-банкоматов LibertyX. При этом первый получил еще лицензию на осуществление денежных переводов. Лондонская фондовая биржа предоставит торговый движок для новой криптовалютной биржи. Криптовалютная биржа AAX, к запуску которой готовится финтех-компания из Гонконга Atom Group, которая будет использовать в своей работе технологию сопоставления заявок Millennium Exchange, разработанную лондонской фондовой биржей. Как было объявлено, во вторник, 22 января, AAX будет запущена в первой половине 2019 года и станет первой биржей цифровых активов, которая задействует эту технологию. По словам генерального директора Питера Ли, Millennium Exchange позволит создать платформу, обеспечивающую возможность безопасного осуществления сделок с криптовалютами для розничных и институциональных клиентов, а также станет залогом ее масштабируемости и соответствия регуляторным требованиям. На сайте AAX также говорится, что клиентам будут доступны OTC-сделки с криптовалютами. Блокчейн-стартап Symbiont привлек 20 миллионов долларов. 23 января, ориентирован на корпоративный сектор, стартап Symbiont объявил о завершении раунда финансирования серии B. По его итогам компания привлекла 20 миллионов долларов. Раунд возглавила Nasdaq Ventures. Также поддержка пришла со стороны Galaxy Digital City Raptor Group и других компаний. В рамках инвестиционного соглашения софтверное подразделение фондовой биржи Nasdaq Financial Framework интегрирует платформу смарт-контрактов Assembly of Symbiont с целью токенизации активов. Основателю Stocks и Sirin Labs предъявлены обвинения в обмане инвесторов. Также на неделе стало известно, что против базирующейся в Израиле блокчейн-платформы предсказаний Stocks и ее основателя Моше Хогига
подан судебный иск, в котором содержится обвинение в неправомерном использовании более 4 миллионов долларов, полученных от инвесторов в ходе ICO. Также ответчиком выступает Ярон Шалем, бывший финансовый директор, принадлежащий Хогигу венчурной фирмы Singularity LTD. Иск подал в окружной суд Тель-Авива китайский инвестор Джевень Ху. Он утверждает, что Хогиг, вопреки своим предыдущим обещаниям, инвестировал в разработку STOXX только 5 миллионов долларов из собранных 34, направив остальные средства в другие ICO и бизнес-проекты. Также в иске говорится, что Хогиг продал принадлежавшие ему токены STOXX до даты, по которой обязывался их держать, нанеся тем самым ущерб стоимости токенов, которые находились в распоряжении других инвесторов. Сам предприниматель эти обвинения, конечно же, отрицает.